Всем привет, с вами я, Гринленд. Еще даже не прошла неделя, а я нашел уже кучу новых крутых тюбов, которые стоит проверить. Начиная от самых тупых, заканчивая от очень крутых механизмов. И конечно же хочу сказать, что у меня проходит конкурс на герцога. Поэтому не забывай в нем участвовать и слушай условия. Стой, хочу тебе сказать, что я устраиваю глобальный розыгрыш донат привилегий. Начиная от главы и заканчивая герцогом. То есть всего у нас 6 победителей. И весь донат будет выдаваться навсегда. Чтобы принять участие в розыгрыше, все что тебе требуется, это поставить лайк под видеоролик, подписаться конечно же на канал и поставить колокольчик, и под каждым видеороликом с этим розыгрышем писать свой никнейм. Конечно, чем ты больше будешь активничать, тем больше шанса у тебя выиграть, а также вступить в мой дискорд сервер и телеграм-канал. А итоги будут, когда на моем канале стукнет 20 тысяч подписчиков. Удачи тебе розыгрыше, а мы переходим к видеоролику. Я надеюсь, ты понял, как участвовать, а мы тем самым переходим к дюбам. Давайте посмотрим на первый из них. Итак, давайте проверим наш первый дюб. Во-первых, все, что нам требуется, это прописать команду аукцион. И у нас данный персонаж просто берет и выкидывает что-либо у себя из инвентаря, и потом каким-то чудным образом вся эта штука у нас дюпается. И давайте, конечно же, посмотрим на нашей шкуре, работает ли это так. Я взял вот обычное ведро, допустим, у меня есть. Все, что нам требуется, это огромное количество раз нажимать Q, потом выходить быстренько. Оба. Че? Два ведра? Да нет, конечно же. Во-первых, я не повторил этот дюб, как нужно было бы, но давайте попробуем еще раз. На самом деле, этот человек, опять же, выкидывал ведро, потом нажал Escape, потом отошел назад, тем самым подобрал свою вторую кирку. Да, почему бы он вообще дюпал каменную кирку? Нахрена она кому нужна? Непонятно. Но он решил, конечно же, показать на предмете, который очень легко достать и легко показать. Так что этот дюп у нас разоблачен. А знаете, где нет дюпов? Так это на моем проекте Алюминатор. Хочу вам посоветовать свой сервер Алюминатор, а именно недавно открывшийся режим выживания. На сервере для каждого игрока присутствует свой РП-процесс, где ты идешь по сюжетной линии и выполняешь специальные задания и квесты. С тем самым можешь взаимодействовать с каждым NPC-игроком, находящимся на спауне. Доступен очень интересный магазин, где ты можешь продать и купить все, что ты только пожелаешь. Огромное количество ящиков, ключи к которым выпадают из определенных боссов. Интересная система, переходя из одной локации в другую, у вас меняется справа табло. Красивые декорации, огромное количество боссов, сюжетных линий, отличное выживание, рейдовые PvE боссы. Все это и не только на моем сервере Алюминатор, IP которого находится в описании. Заходи, играй вместе со мной. Так, пора переходить ко второму дюбу. Погнали! Следующая штука не особо таки дюб, но хочется все равно проверить, реально ли это работает. Нам нужно выкинуть абсолютно все свои деньги, и конечно же, куда мы это будем выкидывать, просто выкладываем все в клан. У меня на счету теперь остановится 225 тысяч, все так же, как у нашего персонажа. Теперь все, что нам требуется, это прописать аукцион, зайти в категорию и зайти, конечно же, где у нас находятся сферы. Но это, конечно же, не совсем сферы, а настоящие ресурсы. И будем пытаться пробовать свое счастье тут. Но так как тут есть пузырьки опыта, которые стоят за такую же цену, я думаю, я оставлю себе максимум 30 тысяч монет. И посмотрим, что с этого выйдет. 25 тысяч монет у меня на балансе. И давайте посмотрим, смогу ли я что-нибудь так словить. Спустя некоторое время мне удалось купить за 10 тысяч 3 серебра. И то, по-моему, это даже не серебро. Хотя это настоящие предметы, поэтому 3 серебра, ну окей, хоть что-то. Минус 10 кусков, но давайте попробуем еще чуть-чуть времени. В общем, спустя огромное количество времени мне не удалось больше ничего поймать.
И мой вердикт такой: эта херня абсолютно ничего не стоит и так делает, но это мега тупо. Возможно, один раз на миллион кликов вам удастся что-то словить, но я делать это вам не советую, это очень тупо. А мы переходим к следующему дюпу. Я нашел дюп на фантайме, сейчас я буквально за одну минуту попаду на топ-3 места на 101 анархии. Я начинаю выставлять просто за 10 миллионов гранит. Просто за 10 миллионов выставляю гранит, и у меня выступает по 10 миллионов. Ах да, я пропускал всегда этот видеоролик, потому что он, ну я думаю, мега тупой. Все ясно, что он выставлял свои предметы по 10 миллионов монет, и его друг успешно их скупал. Таким образом, он и получал эти деньги. Так как он назвал это дюпом, моя ответственность была, конечно же, его разоблачить. Не знаю, нахуя я это вставил, блять, зато ролик больше получится. Верно, верно. А мы переходим к следующему дюпу. Вот шалтер, который мы сейчас будем делать, что мы должны делать? Вот шалтер, кладем туда золото и ставим кнопку. Я могу вам показать, вот примерно так будет работать механизм. Больше здесь ничего нет. Так, и смотрите, нажимаем кнопку. Как вы видите, два шалтера. Теперь ставим ТТ обратно, кладем сундук. Вот, стоит, ну то есть, лут одинаковый. То есть берем вот этот шалтер, ставим кнопку, нажимаем, получаем еще ресурсы. Ну это прям какой-то новый уровень дюпов. Так как для него требуется построить хоть какой-то механизм. И, возможно, каким-то случаем это реально у нас и сработает. Все, что нам требуется, это динамит. Поршень, я херел, что их вообще нет нахуй на сервере, их продают минимум за 500 000 монет. А покупаю их только я, потому что я проверяю дюпы. И также нам нужна обычная кнопочка, ну ее делать, слава богу, просто. Данный человек не говорил, что обязательно нужна конструкция, которая находится сзади. То есть блоки слизи и незритовый блок, я думаю, там точно обязательно не нужен. Поэтому мы будем использовать все без них. Во-первых, ставим наш поршень. Далее ставим кнопку, нажимаем ее, и у нас поршень нихуя не работает. Натуре, что, пофиксил? Хотя нет, он стреляет. Окей, у нас есть еще шанс. Далее нам нужен динамит. И, конечно же, купить наш шалкер. Это моя любимая рубрика. Открытие шалкеров. Какой-нибудь самый дешевый давай. 48 тысяч. И давайте туда засунем камень. Ломаем шалкер, ставим шалкер. Все, что нам требуется, поставить кнопку и нажать. Окей, шалкер падает, но, к сожалению, он не дюпается. Бля, а у меня какой-то, знаете, была надежда, как будто все это сработает. Давайте еще раз попробуем. Возможно, нам нужно поставить реально блоки слизи сзади. Как вариант. Let's go. Блин, ну, сам факт, что оно работает, меня уже радует. Хотя кнопка ломается, странно почему. Я решил скрафтить блок слизи и попробовать всю эту тему теперь с ним. Ставим, в принципе, все, как показывает у нас автор, ставим шалкеровый ящик, нажимаем кнопку и смотрим. Ни хрена у нас, к сожалению, не работает. Мне кажется, что этот дюп реально работал в каком-то недалеком прошлом, но его решили все-таки пофиксить. И теперь, к сожалению, вся эта штука у нас не работает. Но мы переходим к следующему интересному дюпу. Погнали! Я смотрел комик сервера с помощью одной рамки. Обычно все какие используют рамку для дипрамы, сегодня мы будем использовать совсем иначе. Для этого нужно всего лишь чуть-чуть ресурсов и построить такой простой механизм. А после просто повторяйте за мной как на видео и получайте кучу ресурсов. Но это прям вообще что-то мега жесткое. Для этого нам потребуются, во-первых, сами Redstone повторители. И я так понял, автор использует на самом деле их не один, а целых два. Так как поршень у нас должен работать тоже от повторителя, но он поставил один повторитель приблизительно где-то в этой стороне, и другой должен стоять у него тут. Но это не показано на видеоролике, но давайте попробуем сделать их. Для этого нам понадобится редстоун и, конечно же, камень и редстоун факела. Два повторителя у нас готово. Все, что нам требуется... нам требуется отступить от вот этих блоков еще на один. То есть ставим вот так вот редстоун, и приблизительно вот тут у нас стоит повторитель. И дальше нажимаем так. Дальше мы должны поставить вот тут повторитель для того, чтобы у нас работал сам поршень. Далее нажимаем, блять, ставим рамку вот в это место теперь. И должны поставить туда как-то кнопку. Кнопка у нас успешно поставилась. А не, нихуя не так. Сначала мы ставим кнопку, потом цепляем рамку. Все, теперь супер. Теперь мы должны положить шалкер в рамку. И вот тут у нас и проблема, потому что шалкер в рамку ни хрена у нас не кладется. Даже если это провернуть просто без кнопки, все равно не хочет туда класться. Допустим, мы положим туда динамит, все успешно сработало. Если поставим кнопку и нажмем, то, к сожалению, ни хрена у нас не дюпается. А я думаю, если бы дюпалось, то бы сработало на любом предмете. Это же логично, логично. Но еще проблема.
У него стоял там не вот этот поршень, который, в принципе, присасывает всю эту хрень, а обычный. И давайте попробуем сейчас поставить обычный сюда поршень. Возможно, дело еще как раз таки в нем. Ломаем этот нам ненужный поршень и ставим туда обычный. Не липкий. Поставили супер, и теперь на эту сторону также все это делаем. Ставим рамку, ставим кнопку, ставим динамит. Нажимаем. И, к сожалению, все еще наша схема не работает. Если вам понравились вот такие вот интересные довольно-таки дюпы, то ставьте лайки, пишите комментарии. Если вы знаете какой-то способ дюпа на фантайме, то пишите мне в ЛС ВК, в Дискорде, либо же просто в комментариях. Все комментарии я читаю, и на все комментарии я, конечно же, отвечаю. Не забывайте принимать участие в розыгрыше, играть, конечно же, на моем сервере. И давайте попытаемся на этом видеоролике за день набрать 500 лайков. Я буду очень вам сильно за это благодарен. Ну а у меня на этом все. Спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока, ребят.